Добро пожаловать на просмотр видео. С вами Данич, и это новости разработки пикапа. Сегодня ночью разработчик дропнул новый пост в своем сообществе. Кстати, ссылка на которое уже в описании. Держите новый скрин и слушайте текст, который к нему прилагается. Как думаете, стоит ли прорабатывать двигатель газу или же сделать альтернативу, то есть добавить модель двигателя и ее анимировать и т.д. и т.п. Да, сразу стоит отметить, что в варианте с проработкой разборка двигателя будет частичной, как в первой версии пикапа, а там разборка была скромнее нынешней. Лично я считаю, что а почему бы и нет. Конечно, проработка займет больше времени, но и результат будет радовать куда больше. К тому же разборка будет частичной, а не почти полной, как у пикапа. Если же делать просто альтернативу, то функция открывания капота просто утратит свой смысл. Кому посередине пути приспичит открыть капот, чтобы посмотреть на модельку двигателя? Это было чисто мое мнение по этому поводу. Свое вы можете высказать в комментариях. Это, кстати, не конец видео. На новом скрине с этого ракурса мы можем получше рассмотреть салон и увидеть там руль и сиденье. Кто досмотрел видео до этого момента, ловите бонус. Я решил зайти в комментарии под этим постом и увидел это. Что ж, ну а на этом все. У тебя есть еще 20 секунд, чтобы выбрать следующий видос или перейти и подписаться на мой канал, чтобы смотреть подобное видео каждую неделю. Встретимся в следующем видео или на стриме.